Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео у меня будут новинки из магазина Sunlight, а также мой новый парфюм, который я очень-очень давно хотела. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Ну и начну я с новинок из магазина Sunlight. Все это были подарки на Новый год, и все это я покажу вам поближе. И первое, хочу с чего я начать, это вот такая вот замечательная цепочка из белого золота, маленькая. Она где-то, наверное, ну, сантиметров 40, как мне кажется. Имеет вот такое вот, ну, как плетение с такой огранкой, да, то есть на солнышке все это будет блестеть. Мне это очень нравится, я, кстати, очень люблю такие цепочки. И вот с таким вот маленьким кулончиком, внутри которого камушек в такой огранке. Очень, кстати, подходит вот к этому моему колечку. Вот такая вот замечательная цепочка. Мне очень она нравится. Очень миленько, мне кажется, очень так нежно, женственно смотрится. Следующее, это вот такая вот пара сережек из серебра с, ну, с такими жемчуг, да, только это не натуральный жемчуг, насколько я понимаю, да. И камушки здесь фианитики. Держится вот это вот жемчужинка на основании вот такого, как бантика такого, очень симпатичная. Все это сделано с фианитиками такими. Мне кажется, очень миленько, симпатично смотрится. Я покажу, одену, покажу, как они смотрятся на мне. Очень симпатичные сережки, очень миленько все это переливается. Здесь такая как бы цепочка, в которую тоже вставлен фианитик один. В общем, все сверкает, все очень красиво, прям как я люблю. Также пара вот таких сережечек, которые сделаны вот в виде таких как снежинок. У меня, к сожалению, камера не хочет фокусировать на них, потому что они блестят. Вот такие вот снежинки, тоже все выполнено с фианитиками, это тоже все серебро, очень тоже симпатично, по мне так не смотрится, очень-очень классно. И вот на этих сережках получается замочек такой, гвоздик. Ну, я нормально отношусь к замкам, гвоздикам. Я с серьгами редко, когда сплю. Вот, поэтому для носки, мне кажется, тоже нормально. А здесь уже вот такой классический замочек. Я не помню, как он называется. Тоже, кстати, вот я заметила, что в Sunlight, кстати, у сережек, вот именно когда идет вот такой замок, он очень удобный, потому что у меня есть одни серьги, где вот эта часть очень-очень маленькая, то есть получается зажимает немножко мочку, а здесь они как раз вот, что называется, то, что нужно, и очень удобный. И, кстати, вот сколько я не покупала там серьги, да, сколько мне не дарили, все серьги из Sunlight имеют очень хорошие замочки, то есть они очень хорошо закрываются, ничего не раскрывается, хорошо защелкиваются. Не знаю, ни разу мне не попадались никакие бракованные сережки, поэтому мне в этом плане Sunlight очень нравится. Очень, кстати, миленькие такие снежиночки, вот. И, конечно же, вот эти вот с жемчужинками. Жемчуг вообще для меня это такая классика, знаете, которая, ну, подо все подходит, и в пир, и в мир. Вот, так что вот такие вот у меня новиночки. Вот так вот выглядят на мне сережки, которые как снежинки, мне очень сильно напоминают. Мне кажется, очень симпатично, очень миленько смотрится. И вот так вот выглядит вот эта цепочка. Очень классно. Она на самом деле на свету переливается очень, ну, очень она красивая. Мне очень-очень нравится. И вот так вот выглядят сережки, которые с жемчугом. Очень тоже, мне кажется, мило и симпатично они смотрятся. Ну и давайте уже перейдем к парфюму. Этот парфюм я очень давно хотела, как он только появился, я все время в Ревгоше ходила вокруг да около и все думала, нужно мне или нет, потому что он мне очень сильно понравился, но это такой, ну, скажем так, не мой парфюм, я очень люблю сладкие такие терпкие ароматы, особенно зимой, а здесь зеленый аромат, и я говорю об аромате Аура от Мюглер. И у меня версия именно туалетная вода, потому что парфюмированная вода у меня не зашла вообще никак. У меня, кстати, есть вот такой вот лосьончик, мне дарили в Ревгоше. Это от, именно с ароматом парфюмированной воды, то есть не туалетный. Здесь у меня, кстати, 50 мл, и я его наношу
ну так скорее на руки, наверное, куда-то сюда, чтобы просто ощущать этот аромат. В лосьоне он не такой резкий, как в самом версии водички, да, но мне он нравится именно в лосьоне. Парфюмированная вода для меня слишком такая терпкая, слишком зеленая, прямо чересчур. А вот эта водичка мне понравилась очень сильно. Она, кстати, достаточно стойкая. Практически, мне кажется, по стойкости, как и парфюмированная вода. Но кто знаком вообще с этой маркой парфюмерии, тот знает, что они достаточно стойкие, практически все ароматы. Вот такой у меня был коробочки. У меня флакончик 30 мл. Он просто очень миленький. Посмотрите, как он... Ну, просто, я не знаю, просто потрясающий флакон, очень красивый. И я вам сейчас зачитаю из фрагрантики ноты этого парфюма, но могу сказать, что они, что на фрагрантике немножечко расходятся, чем вот на этой бумажечке, которая была обернута коробочка. Здесь немножко по-другому написано. Давайте зачитаю то, что написано на фрагрантике для начала. Значит, это у нас аромат, принадлежащий группе цветочно-фруктовые ароматы. Верхние ноты – груша, семена гибискуса, средние ноты – цветочные ноты и зеленые ноты, то есть без расшифровки, базовые ноты – ирис и тайтьянская какая-то ваниль. Вот здесь вот на этой бумажечке, да, которая прикреплена к самой вот этой оберточке, написано немножко по-другому. Здесь написано: свежесть и нежную чувственность аромата подчеркивают сочные ноты груши, цветочные ноты семян гибискуса, насыщенный аромат тигровой лианы, нежнейшие оттенки белой ванили и нота корня ириса. То есть немножечко как-то по-другому написано. Но, мне кажется, суть аромата не меняет. Это на самом деле реально такой зеленый аромат, но очень-очень нежный. Я ощущаю здесь грушу. И потом уже, ну, такие базовую ноту, вот эту ваниль, но такую прям очень вкусную, мягкую ваниль. Такую, я не знаю, вообще этот аромат, он просто вот, ну, это что-то для меня такое, я даже не могу его честно описать, но это настолько свежий, при этом немного теплый аромат, что вот сейчас, на самом деле, в январские праздники, он, ну, может быть, просто потому, что я его очень сильно хотела и очень долго думала, нужен он мне или нет, но он у меня просто, вот просто зашел. Я не знаю, как это описать. Хотя мне кажется, что этот аромат больше подойдет, наверное, на весну, на май месяц, апрель, да, вот такую, когда еще не сильно жарко, но при этом не, уже не холодно. Мне кажется, он будет в этот период еще лучше себя раскрывать, скажем так. Но даже сейчас он мне очень сильно нравится. Он немного теплый, и при этом он действительно такой зеленый. То есть, но не вот скошенная трава, знаете, а просто вот какой-то листик, которого вот так вот немножечко смяли и не подносите близко к носу, да, а слегка такое вот дуновение, я не знаю, может, даже какие-то тропики, но что-то такое теплое, зеленое, такое влажное, слегка свежее, я не знаю, как будто после дождя какого-то, но он очень вкусный. Я рекомендую, девочки, попробовать, если вы... Неважно, любите вы сладкие ароматы или нет, но вот здесь вот зелень, груша и ваниль, они прямо вот очень явно чувствуются. Причем груша такая, знаете, как груша конференц, наверное, да, только спелая такая, очень-очень приятный, очень вкусный аромат. Рекомендую, обязательно попробуйте. Версия парфюмированная вода, она более такая тяжелая, более терпкая, более зеленая, чем вот эта. Это такая легенькая, ненавязчивая, при этом очень сильно приятная. Она такая, ну, свежесть. Это вот такая зеленая свежесть с грушей и с небольшой ноткой ванили. Вот так вот я его могу описать. Но он действительно очень, очень-очень-очень вкусный. Вот даже я пробую лосьон, да, и у меня сейчас на кожу нанесен вот аромат именно туалетная вода, вот здесь вот аромат именно парфюмерной воды, но вот он более резко, зелень стартует так вот прям более резко, как будто срезаны какие-то стебли зеленые, да. Ну, попробуйте и тот аромат, возможно, вам понравится именно парфюмированная вода,
тоже очень вкусное, но для меня более резкое. Я такие не особо люблю. Так что рекомендую вам, обязательно попробуйте. Если будете гулять сейчас в январских праздниках где-то по торговым центрам, зайдите, попробуйте. Возможно, это будет для вас тоже находка на весну и на начало лета, и вам, может быть, обязательно понравится. Вот такие вот у меня были новинки. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Всех люблю, целую и до новых встреч!